спортсменовцев обучают финансовой грамотности. Для мальчишек и девчонок лагеря «Спортсмена» прошел квест «Финансовое ориентирование». Этот обучающий квест организовали специалисты Южного главного управления Центрального банка. А озвучивали задания сегодня участники образовательного проекта «Волонтер». Перед началом игры сменовцам вручили карту, где отмечены контрольные пункты. Финансовые рельсы, денежный пазл, следуй за мечтой, чтобы когда и другие. Все это предстояло пройти мальчишкам и девчонкам. Сменовцам были предложены задания на логику, смекалку и командообразование. Главная цель участников квеста – быстрее других команд пройти дистанцию. В формате игры мальчишки и девчонки познакомились с такими понятиями, как финансовый план, инфляция, дивиденды, научились правильно пользоваться банковской карточкой и запомнили, какие города изображены на банкнотах разного достоинства. Сменовцы провели время весело и с пользой. На самом деле очень интересно. Получаем огромное количество знаний и просто столько эмоций. Команды ходим, это очень получает наш отряд, и просто классно. Мне кажется, очень классно сделали все станции, это все очень интересно, познавательно. Можно получить много опыта, знаний, и вообще это очень круто. На каждой станции сменовцев ждали волонтеры Центра добровольчества. Они подробно объясняли детям задания, задавали вопросы на финансовые темы и выдавали жетоны за правильные ответы. Финансовая грамотность очень тема важная, и мне кажется, никогда не поздно и нельзя останавливаться, просвещаться в этом. Вот, поэтому вопросы в том числе мне тоже были интересны, которые мы задавали ребятам, и полезны. По словам мальчишек и девчонок, во время игры они получили знания, которые им обязательно пригодятся. Как обращаться с деньгами, все правила, как использовать карточку. Как раз я недавно получила карточку, и теперь я точно знаю, как ей пользоваться, оплачивать, расплачиваться. Я узнала много нового о том, что делать для того, чтобы мошенники не завладели твоей картой.